1 мая впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице – Санкт-Петербурге. Многие еще помнят первоначальное название праздника – День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу 1 мая. Сегодня в нашей стране праздник утратил свой политический окрас, отмечается под названием «Праздник весны и труда» и является выходным днем. Как бы ни называли этот майский день днем солидарности трудящихся или праздником весны и труда, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение природы и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 мая как общего торжества, сплачивающего всех россиян.